Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами как всегда Алькатрас, и мы продолжаем прохождение игры Metro Last Light. И вот в предыдущей серии мы проходим через туннель способом Гордона Фрибана, ездим на, так сказать, дрезине. А сейчас мы там спасли пару людей, которые тоже были беженцами с красной линии, бежали от красных. И вот сейчас мы им потихоньку помогаем, и вот нас парень предупредил, что впереди ловушка. Мы вроде ее, блять, прошли. Так. Сюрприз. Для автомата с глушителем это офигительно. Так, сейчас вырубим потихоньку его. Сюрприз. Хотя можно было не убивать этого, наверное. Так, а там немного палев найти, надеюсь, там никого. Это что у нас там? А, вот она и есть ловушка, наверное. Так, минуточку, чисто интересно. Так. Ага, мы вот так туда поедем дальше, хорошо. Бежали. Вот, об этой ловушке, видимо, они и говорили. Какая-то что у нас. Тихо. Так. Так, вы. Слышали? Кто это был? Апа, стоп. Так, еще один мертвый. Окей. Так, что у нас тут есть? Так, СПН номер 65. Но это мы трогать не будем. Мы любим безопасные вещи. Ладно, погнали отсюда, здесь мне уже не нравится. Вот, погнали. Гони, гони, гони. Надеюсь, мы там никого не приглядели, а то сейчас нам будет очень плохо. Так. Едем прямо, да? Так, нет, немного тупанули. Что-то я юмор не до конца понял, товарищи. Так, теперь мы правильно должны ехать, да? Так, все, поехали. Блять, я косой. Попали. Так, пошлите проверим, что там. Да как там небезопасно, мне кажется. Так, и что у нас тут? А, видимо, это те, кто не сумели спастись, да? Извините, парни, что не сумел к вам помочь. Ух, ты ж как тут мух. Так, проводка сгорела. Окей, а что у нас тут? Шприцы какие-то. А, это бомба. Шприцы, говорю, блин. Ой, ты, блядь. Нажимаю, 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 нажимаю. Что случилось? Нас убили? Да, нас убили. Охренеть. Ага. Вот и сходили, блин. Ну что, сейчас я буду готовым, так же давайте. Ну да, 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 это было прикольно. Так, ну... Давай, странная неведомая хуйня, вылезай сейчас. Да. Так, нажимаю. На. Так, туда нужно пройти можно? Походу нет.
какой такой прикольчик был просто. Разработчиков, походу, нам все-таки придется оттуда ехать. Да. Как бы это прискорбно не звучало. Ну, сейчас мы туда не поедем, а я пойду посмотрю, что там. А то мне вот эти знаки предупреждения немного напрягают. Ладно, бежим обратно. Мне уже не нравится то место. Но выбора у нас, в принципе, нет, куда ехать. Придется ехать сюда. Быстрее, пока всякая фигня сюда не побежала. Так, хорошо. Что, поехали. Да блин, хватит. Ой, кругом трупы, мать. Так, где? Где? А, во. Где там женщина орала, мать вашу? Блин, что, пропустили? Не помогли им? Блин, походу сюда нам. Дальше не проедем. Так. Что у нас тут? Так, его пройти можно, походу, да? Тихо ты. Эй. Так, идем. Ну что тут как? Да ничего. Слэ, а ты не в курсах, что Бугор велел с лосьем делать? Бабы мелких пригнали. Так, пойдем тут давайте. Типа мы такие хитрые. Бля, не попадем. Выбил зажигалку на, я как ломанулся к станции. Ну и все, попали вообще с концами. Жесть, бля. А мне, короче, друган рассказывал. Про хозяина туннелей, типа, слыхал? Не, я в курсах чисто. А чё там? Там такая залипуха чисто, что на крайних станциях, тихо, на всех линиях. Если к туннелю крайнему поближе сидеть, ну типа, пацаны какие у костра греются или надо чё? Надо, походу, завязывать. Короче, иногда хорошо, они встаёт реально и уходит в туннель. И всё. Ой! А все же в курсах чисто, что сами бригады и ловят. Твою мать! Как что на дробовик с глушителем не услышали? И вот спросишь, чисто. Не, услышали, конечно, но. Не, говори, позвали. Хозяин позвал. Надо быть повнимательней. Кого так мля позвали? Полюбас хана. Его хоть веревкой к шконке прикручивай, зубами перегрызет и в туннель. Да, пока. Рассказал нас. Аж холодно стало. Чаю мля выпить или чего? Так, хорошо. Пожиди! Гад, убийца! Так, документы давайте почитаем. Заметка 2. Кто-то сказал однажды, метро стоит на воде. В большинстве мест оно пока не может просочиться в туннели. На обжитых станциях круглосуточно работают насосы, которые откачивают проникающую снаружи влагу. Но есть и такие места, где туннели превратились в подземные реки. Развилки и дела.
в озера, а станции острова. Ничего, я продолжу преследование и по воде. Третьяковской уже рядом. Где? Кто кого? Так, 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 сейчас я не поебу тут. Так, у нас проблема. Так. Так. Спецназ, блин. Да, мы спецназ, блин, открытое достижение. Так, и что у меня с патроном? Что за хрень? А, вот тебе так лучше. Спасибо, дамочка, сдала меня. Со всеми потрохами. Бля, куда мне вообще идти-то? Назад. Куда теперь нам? Что такое? А, ППС. Так, ну нам сюда. Каким, мать его, макаром мне попасть? Мать, ты знаешь, как мне попасть, блин. На ту сторону, блин. Мне кажется, как-то с их стороны надо делать. Или нам надо снести эту штуку. Ну, давайте попробуем снести. Давай, давай, давай. О. Поехали, кажется. Все, кажется, дальше не поедем. Да, дальше не поедем, к сожалению. Все, отжила свое. Спасибо, респект, уважуха. Так, идем. Так, ну думаю, здесь людей мы уже не встретим. Потому что, видите, было закрыто территория. Дальше я, пожалуй, достану дробовик свой любимый. Теперь нам надо понять, как нам куда-то подняться. Так, может здесь? Нет, не тут. Что за нах за звук еще? Так, слышу неприятный звук, значит нам надо... Давайте, мать твари. У меня тут дробовик заряжен уже, блин, с солью вовсю. Давайте, топай сюда, блин. Угощу вкусным свинцом. Тут перед этим свет прокачаем. Так, ну, идем. Давайте. Давайте, 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 я готов. Я ко всему, мать вашу, готов. Твою мать. Нет. Мать ваша, очень милое местечко, конечно. Чувствую, сейчас здесь постреляемся знатно. Звуки от... Вон. Вышло? Давай, подходи, твою мать. Опять вы, щельный тварь. Так, ну нам прям... Давайте, делай. Так, куда нам? Так, пока есть время, надо торопиться. Куда-то вот сюда. Мне похер, в принципе, куда. Главное, подальше отсюда. Так, куда я пришел? А, вот что-то вижу. Так, что это? А, Венеция. Сейчас будем плыть. Что это за хрень? Шикарно, нам сейчас отбиваться придется. Да я не вижу, блять. А вот. Так, хорошо, бегаем от них. Пошла вон. Твою мать, сколько вас тут.
Хватит пырить, мать твою. Ой, блядь. Твою мать, твою мать. Я был как мне гадость, если ты быстрее по чуточку был. Твою мать, ну чё ж вы такие дёрганые, блин. Так, а шо? Шо? Так, твою мать. Как вы попадать-то умудряетесь? Так, давай. Давай, где-то там. Так, хорошо. Хорошо. Давай, давай, где ты там, чувак? Ты что, жив? Так глядите, блядь, я твою двойную порцию всадил. Да, блядь, да ты бессмертный какой-то, блин. Ой, блядь. Блин, ты издеваешься надо мной. Давай быстрей, дружок. Хорошо. Так, почти доплыл. Давай, давай. Давай. Гони, 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 гони. Ох. Ай, бля, они за нами еще гонятся. Твою мать. На, нать, получайте, сволочи. Где они? Готов. Так, чё патронов не мог своих достать? Окей. Очень напряженно. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Понятно. Немного опаздываем мы. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Ну чё, неудачно немного зашел. Хуй! Хуй! Чё, всё? Поплавали? Это бы ждать надо. Раньше, блин. Парень, ты это... Будь осторожен. Эта вода опасна. Там не только... Так, новая заметка. Заметка 1. Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог протянуть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек... Говорят, что человек отчаянно живущий, как тараканы и крысы. Но я думаю, дело не только в этом. Мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так. И, возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. Грибы живут! Ну, скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручень. Так, как за него хвататься тут, блин? Окей. А, за грибком походим, пожалуй. Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Павел. Он идет. Так что мы на правильном пути. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо. Что это за хрень? Из чего они мутировали. Охереть. На вид они, конечно, жуть, но мясо просто ум отъешь. Особенно под пиво. Охереть. Да, лучше нам не привлекать внимание. А то он считает, что все, мы мертвецы. Ой, ой, ой. Ой, ой. Ой, 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 нажимаю, нажимаю, нажимаю. Твою мать.
Тогда помогу сейчас. Уйди от него, блядь, тварь недоделанная. Ух. Пора отваливать отсюда. Давай. Главное, не дай им залезть. Могут перевернуть. Вали. Так, хорошо. Где еще они? А, какого хрена? Твою мать, выводи нас отсюда. Так, хорошо. Так, хорошо. Давай. Так, кто меня бьет-то, блядь? Так, хорошо. Пока. Твою мать. Они задолбали. Хорошо. Да блин. Заклебали. Ой. Ёбаный ты. Нажимаю, нажимаю, нажимаю. Фух. За что мне хвататься? Я тут не до конца понял еще. Да блин. Так, давай. Да снимай ты его, блядь. Ты что ты делаешь? Давай, вози нас отсюда. Какого? Он просто исчез. Ты, мать вашу, спереди лезете, блин? Давай. Давай. Ай, блядь. Чё там в ящике? Ох ты. Давай. Да такую иду уже, блин. Курички недоделанные, блин. Наслаждайтесь. Биг-бага-бум. На. О, 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 о. Ой, 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 ой. Держись, Артём. Держусь. Фух, спаслись, блин. Ой, это было напряженно. Фу. Не часто такое случается. Вот же угораздило. Фух. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Ладно, знаете что, думаю, Венецию мы увидим только в следующей серии. А сейчас всем спасибо за внимание. С вами был Алькатрес. Всего хорошего, пока.